В эпоху пандемии, когда многие оказались без работы, торговцы людьми активизировались в интернете. Через различные тематические сайты или социальные сети они осуществляют вербовку людей. Распространенными предложениями в интернете является трудоустройство в сфере строительства, сельского хозяйства, торговли и обслуживания. Однако такие предложения зачастую оказываются приманкой для завлечения людей в сети торговцев людьми для последующей эксплуатации. Иногда им навешивают долговую кабалу и не выплачивают зарплату, что является признаком торговли людьми. Необходимо с осторожностью относиться к предложениям о работе или дружбе в интернете. Узнайте о возможных схемах вербовки и эксплуатации, чтобы не попадаться на них.